Канал Легендер. На этом канале вы можете найти обзоры на Лего наборы, обзоры самоделок, также из Лего, интересные вложики о посещении различных интересных мест и Лего анимация. Подписывайтесь. Всем привет! Вы смотрите канал Дима Лего Фан. Сегодня у нас на обзоре Old School машин, в общем, Lincoln Continental Mark 6. Машина это 1980 года. Это у меня мини-модель этого автомобиля, но она, я думаю, вам понравится. Здесь она, в принципе, воссоздана очень даже интересно. Такая вот модель интересненькая. Необычная тоже там схема постройки, но тем не менее. Сзади такое запасное колесо не в том году было. Специально было в багажнике. Выемка так сделана, чтобы колесо стояло. Ну, там как-то открывалось по-хитрому, но тем не менее. Хоть машинка и такая с виду простая, но деталей она используется достаточно много. Мне она лично нравится. Надеюсь, и вам после постройки она тоже будет нравиться. А сейчас постройка. Bye.
В принципе, вот так вот она выглядит. Ничего сложного. Если деталей у вас каких-то нет, вы можете заменить ими другими. По цвету, по форме даже. Неважно. Главное, внешнее, главное сходство с моей моделью хотя бы. Если понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в группу ВКонтакте. На мой Инстаграм подписывайтесь. Всем спасибо. Всем пока.